Здравия, друзья, с вами Цельнозор, и сегодня я расскажу вам, как сделать место силы у себя дома. Расскажу о своем опыте. Берем магнит, железобор неодимовый, можно хром селеновый, можно любой сильный, можно обычный ферритовый, это у кого как дури хватит. Я взял вот поисковый сильный. Он тут в оболочке железной, и это не стоит делать, просто нужен чистый диск магнитный, максимально широкий. Любой стороной, ну, по ощущениям, одна сторона как бы дает энергию, а другая немножко, не буду говорить, север-юг, это все субъективно. Соблюдаем правила буравчика и начинаем его вращать. Вращать можно вручную, шучу, а можно с помощью вот такой простенькой приблуды. Здесь любой воткнуть пластиковую трубку, здесь можно намотать на ротор. И вот элементарная старенькая вытяжка сломанная. И мы смотрим, что происходит, и чувствуем энергию. Не, нихера. А. Работает. Пошло что-то. Да. Когда-то Шипов Акимов вращали под высоким напряжением конусы. Когда-то Ахатрин мудрил тоже с вращающимся бегущим переменным полем. Все это буквально ерунда, потому что самый лучший способ это заставить магнитные поля, они просто не знали, или тогда не было еще сильных магнитов. Вот магнитное поле дает вот такой эффект. Буквально он начинает сочиться, это просто действительно место силы, некий портальчик. Я уже показывал несколько способов получать эфирную энергию из кристаллов, допустим, из вращающегося поля. Качер Бровина и прочее. Катушки Мишина по этому же принципу на самом деле работают. Вот это лучший способ. Итак, дома не ставим возле спальни, не ставим в детской. Можно на кухне, можно в прихожей, например. Включаем сначала на минутку, на две, на три максимум. Лучше на минуту. Потому что, ну, скажем так, много энергии. И много блоков в человеке, пробки могут вылететь просто-напросто. Поэтому потихонечку, по чуть-чуть, на улице не оставляем, потому что однажды оставил году, так в 2010-м, потом орел затопило, нахрен. Может быть совпадение, но рекомендую не включать надолго. Вот так вот, минутка, две, три, и достаточно. Специально делаю в формате TikTok, чтобы легче было распространять. Добра, соратники, делимся, пользуемся.